Губернатор Югры Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в Покачах. Глава региона приняла участие в работе круглого стола, посвященного выбору бренда города. Тема стала приоритетной в Ханты-Мансийском автономном округе. В Покачах прошел заключительный этап дискуссии. До этого активные жители раздумывали над концепциями, выбирали символы, размышляли над туристическим потенциалом. Наталья Комарова стала экспертом. Кроме того, глава региона приняла участие в старте мемориальной акции «Капсула памяти». Проект юноармейцев посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Наталья Комарова побеседовала с сотрудниками и подопечными уникального центра, который недавно появился в Покачах. Здесь в одном здании работают несколько некоммерческих организаций. Педагоги-добровольцы развивают речь маленьких покачевцев, занимаются с ними творчеством. Это кукуруза. Согласна с тобой. Какой звук мы сегодня с тобой закрепляем? Звук? З. Тянем, да? З. Отлично. А вот это что, Даш? А вот это что такое? Это запор. Ты, наверное, не читаешь, ты просто картинку видишь. Да? Да. Я? Молодец. Ну, я тоже так начинала читать по картинке, все рассказываю.